«Рыцарь неба» – новый передвижной проект Ульяновского театра юного зрителя. Он посвящен уроженцу Ульяновской области, дважды герою Советского Союза, Ивану Семеновичу Полбину. 9 февраля легендарному летчику исполнилось бы 105 лет. Просто из сухих строчек, там из какой-то просто фамилии Полбин, который, ну да, знаем, что Полбин – это кто-то там знаменитый. Очень хочется, чтобы вот эта вот фамилия Полбин стала живым образом, живым человеком, человеком вот с яркой такой вот биографией. Наша задача как можно больше людей познакомить с нашим великим выдающимся земляком. Проект состоит из спектакля и выставки. Спектакль построен в форме театрализованного урока и длится 45 минут. Два студента военного училища Капустин и Воробьев под руководством преподавателя знакомятся с историей жизни Ивана Полбина. А параллельно и зрители узнают интересные и важные факты из жизни отважного героя. Очень важным дополнением к спектаклю стала передвижная выставочная экспозиция о герое-летчике, которая размещена в фойе театра. Ее помогли создать сотрудники областного краеведческого музея и члены клуба любителей истории и военно-исторического стендового моделизма. Здесь можно увидеть реальные артефакты периода Второй мировой войны, фрагменты летной амуниции, обмундирования летчика. Также на выставке представлены реплики боевых наград Ивана Семеновича Полбина, копии документов его представления к наградам. Почетными гостями премьеры спектакля «Рыцарь неба» стали потомки Ивана Семеновича, внучка Людмилы Шемигон и правнучка Елизавета Хорошева, которые специально на премьеру приехали из Москвы. Они поделились впечатлениями от спектакля. Не знаем мы, да, его, но как же его вот сейчас увидели, приблизились немножко, как бы вот в то время попали, немножко вот готовились. Бабушку вот смотришь, так начинаешь представлять, действительно, что... Да, он доступнее стал. Да, Даже для нас. Даже для нас, потому что какие-то вот редкие кадры были, фотографий которых у нас, в принципе, тоже нет. После премьеры в ТЮЗе «Рыцарь неба» начинает свое шествие по сценическим площадкам Ульяновска и области в рамках 3-го областного конкурса «Связь времен, связь поколений». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.